Друзья, если вы заинтересованы в возврате, я вам сейчас расскажу коротко о всех тех тонкостях, которые вам нужно знать, что следует делать, а чего особенно не следует делать. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Многие из вас играют в различные мобильные игры MMO, RPG или стратегии, и при всей своей красе требуют немалых вложений для прокачки персонажа или уровня. Что делать, если вы задонатили в игру, поиграли и поняли, что она вам не подходит? Здесь есть несколько решений: забыть или вернуть потраченные средства. Если еще пару лет назад можно было сделать возврат по щелчку пальцев, то сейчас такая возможность осталась только у профессионалов, знающих все законные лазейки Play Market и App Store. Именно такого я вам сегодня и советую. Через него вы сможете вернуть любой донат, игр или приложения, независимо от страны вашего проживания, сроком за последние 60 дней. Здесь никакого риска, вы оплачиваете по факту получения средств и не представляете доступа к личным данным. В Instagram уже множество проделанных видеоработ. Для всех желающих команда Moneyback проконсультирует вас бесплатно, каким образом подготовить ваш аккаунт, чтобы он отвечал всем требованиям возврата за ним в будущем. Если у вас возникают проблемы с оплатами, с этим вас Moneyback бесплатно проконсультирует и поможет. Вся информация в описании под видео и закрепленном комментарии. Вот, друзья, самое главное, что не следует делать, это самостоятельно в эти дела вмешиваться, так как вы можете испортить свою учетную запись, вас просто заблокируют, вы никогда не сможете ничего обновить, скачать, купить или еще что. Вы просто потеряете свою учетную запись и потеряете возможность вернуть средства. Поэтому не забывайте, что все полезные ссылки в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходим, общайтесь, получайте бесплатную консультацию и все-таки получайте свое решение и возмещение своих средств. Дальше больше, скоро увидимся.